Добрый день, уважаемые любители бильярда. Мы продолжаем трансляцию с открытого Кубка России по динамичной пирамиде в Лангоне Руссо. 4 июня 2010 года. И сейчас мы будем наблюдать встречу третьего круга между Юртаевым Дмитрием и Гавриловым Кириллом. У микрофона Пшеничников Виктор. Итак, Гаврилов Кирилл выиграл разбой. Кирилл представляет Мурманск. Юртаев Дмитрий из Ростова. Не очень удачный разбой в исполнении Гаврилова Кирилла, и вот выбирает Дмитрий, как, с какого чужого начать. Выбирает более сложный, который подальше стоит. На тихом ударе возвращает биток на центр. Очень хороший удар, есть возможность сыграть чужого и своего в среднюю лузу. Но нет, видимо, все-таки резко там есть. Но Дмитрий выбирает свояка. Динамичная пирамида, игра своих. Очень они дают большое преимущество. Да, и вот мы видим, справился на глубоком винте на шара, сыграл Дмитрий. И по-прежнему оставляет шара на середине на перспективу. Оба спортсмена молодые, но очень перспективные. Поэтому я думаю, что встреча получится очень интересной. Ну вот, стало ясно, почему Дмитрий оставлял шара на середине. Он оставлял его под свояка. Очень мудрое, правильное решение. И есть возможность для продолжения серии. Да, вот прошу прощения, меня поправили. Конечно же, я оговорился. Юртаев Дмитрий представляет Краснодар. Да, конечно же, Юртаев Дмитрий является обладателем командного Кубка России прошлого года. Выступал он в команде с Петушковым Владимиром и Онищенко Кириллом за Краснодарский край.
Ну вот мы видели достаточно быстро. Закончилась первая партия этой встречи. Да, около 5 минут понадобилось. Итак, мы продолжаем трансляцию встречи Гаврилов-Юртаев. Третий круг Кубка Лангони 2010 года. Первую партию уверенно после неудачного разбоя Кирилла выиграл Юртаев Дмитрий, собрал 8 ския. И во второй партии также он с разбоя забил и уже на его счету 3 шара. Встреча проходит до 4 побед. Ну вот Дмитрий уверенно выигрывает и вторую партию. Таким образом, 16 шаров с кия его серия составляет. И поскольку по регламенту турнира разбой серийный, то право разбоя следующей партии опять принадлежит Дмитрию Юртаеву.
Итак, завершилась третья партия. Счет стал 2-1 в пользу Дмитрия Юртаева. Удалось все-таки Кириллу забить этот последний восьмой шар. И таким образом будем наблюдать за дальнейшим развитием этой встречи. Еще раз напомню, встреча проходит до 4 побед. Ну вот, мы уже отмечали, что серия Дмитрия Юртаева составила 16 шаров. Ну вот сейчас уже серия, если можно так сказать, Гаврилова, Кирилл равняется двум шарам. Поскольку начинал он эту серию еще в предыдущей партии. Посмотрим, удастся ли ему превзойти серийности своего соперника. Счет во встрече стал 2-2.
удалось Гаврилову навязать борьбу. Ну и будем наблюдать за ходом пятой партии. Разбивает Гаврилов Кирилл.
Итак, уважаемые зрители, мы наблюдаем с вами решающую партию встречи Гаврилов, Кирилл, Юртаев, Дмитрий. Дмитрий не точен с разбоя, но вроде подставок нет. Понаблюдаем за ходом этой партии. Да, ну вот мы видим, Гаврилов Кирилл делает уверенную серию. Хочется ему пожелать не торопиться. И все шансы у него для того, чтобы выиграть эту встречу. Позиция достаточно открытая. Можно найти продолжение. Ну вот, собственно, произошло то, чего я опасался. Очередной удар. Кирилл торопится. Ну, в общем-то, нельзя его обвинить. Это такой стиль игры у этого молодого спортсмена. Ну, посмотрим. Далеко не все ясно еще в этой решающей партии. Понаблюдаем за развязкой.
Так, уважаемые зрители, поздравляем Гаврилова Кирилла. Действительно, продемонстрировал он хороший бильярд, особенно в концовке. Забил несколько сумасшедших свояков. Ну и заслуженно побеждает в этой встрече. А мы с вами прощаемся до завтра. В 12.00 начнется трансляция 1/16 финала Кубка Лангони Руса. А сегодня вечером смотрите традиционный видеодневник на нашем сайте LLB.su.